Утром 22 апреля в столице Азербайджана полиция разогнала группу поддержки арестованных активистов движения «НИДА», собравшихся возле здания Бакинского суда по тяжким преступлениям. В этот день суд должен был выслушать заключительные выступления адвокатов по делу активистов. С самого утра полиция приняла повышенные меры безопасности. Возле здания суда находилось около 30 сотрудников правоохранительных органов. Из-за ограниченного количества мест в зале суда около 100 молодых людей, сторонников активистов НИДА, остались на улице. Примерно в 10:00 по московскому времени полиция оттеснила их на противоположную часть улицы в небольшой сквер. В ответ молодые люди стали громко аплодировать, чтобы их услышали обвиняемые в зале суда. После этого сотрудники полиции стали разгонять собравшихся и вытеснять их на прилегающие улицы. Два человека, в том числе соучредитель молодежного движения «Позитивные перемены», блогер Бахтияр Гаджиев и глава Джалилабадской районной организации партии Народного фронта Азербайджана, были задержаны. Корреспондент «Кавказского узла» сообщил, что вскоре задержанные были освобождены.